Доброе утро, если только что включили телевизор. Да, у нас есть интерактивное голосование. Как вы любите встречать день рождения? В большой компании или любите в тихом семейном кругу? И вот у нас сегодня получается, что мы встречаем день рождения «Утро на Енисее» в огромной, огроменной компании. Да, и при том зажигающей. Сегодня все по-сумасшедшему, и я предлагаю продолжить эту тенденцию. Прямо сейчас здесь в студии танцевальный коллектив «Умка Страйк». Давайте, ребята. Сейчас зажгут. Класс, вообще просто класс. И мы Умка Страйк, да. Можно спросить у Дмитрия Ковригина, да, он сегодня. Здравствуйте, Дмитрий, рад вас видеть. Дмитрий. Я тоже рад вас видеть, ваш такой радостный день. Да, да. Мы поздравляйте вам... тогда. Поздравляю вас с этой, как я уже говорил, круглой датой, двойной круглой датой. Поздравляю вас, больше позитива, энергии, а у вас и так достаточно позитива. То есть продолжайте так же позитивно, энергично и очень бодро по утрам. Спасибо большое. Вы нам помогаете, кстати, в этом. Вот знаете, вот сегодня программе 8 лет, знаете, такой детский возраст, непосредственный. А со скольки ребят начинают танцевать? По-разному начинают. Ну некоторые вот даже с 4 начинают. Эти начали все с 7 лет. С 7 лет, да. А что уже умеют ребята к 8 годам? Почти все то же самое, что они, только исключая там какие-то сальто, там трюки. Вот. Угу. Ребят! Я хотела бы подойти к ребятам. Дайте, пожалуйста, микрофон. Я проинтервьюирую вас, друзья. Самый главный вопрос, который я хотела вам задать, честное слово, скажите, пожалуйста, вам не больно вот так вот падать на пол спиной? Нет, не больно. Нет, не больно, так как мы учимся делать этот элемент правильно, да, и тогда нам будет его делать просто не больно, вот так вот. А есть еще какие-то бомбические элементы, вот, которые вы делаете, и все, и зрители такие, вот так, есть еще такие? Ну, есть, конечно. А можешь что-то показать? Ну. Прямо сейчас. Ну-ка. Пам-пам. Вот это да! Так, я... Так. Вот так вот. Вот. Еще на Кирилла закатись, и тогда все. Слушай, дорогая, а после этого не кружится голова вот сейчас? Нормально, да? И каждый из этих людей может вот так вот, смотрите, осторожно, Софи, ты сверху, ты видишь какие тут габариты? Да. Что-то одно не очень травмоопасное. Я как мать очень переживаю. Барабапам! То есть вы понимаете, что? То, что они показывали в танце, а я говорю, не страшно, не больно, это были еще цветочки. Да. Друзья, а теперь прямо хором предоставляю вам возможность, там будет очень приятно, если вы нас поздравите. Что-нибудь такое, типа, с днем рождения. Пожалуйста, друзья. Три, четыре. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Спасибо большое, друзья! Друзей у нас, кстати, очень много. Вот еще нас поздравляют. Смотрим. Приятно.